Star Wars. And then she got pregnant again. Yes. Каролина. Я за семью сказал. Каролина, скажи что-то. Нет. Скажи, подтверждай. Я подтверждаю. У кого? А там 11 номер. 11? Мы не знаем. Утверждаю, подтверждаю. Что за разница? Подтверждаю, это ты согласна, что сказано. Утверждаю. Это ты что-то говоришь? Yes, girl, you know. What happened? Что? We think of the same thing. Да, но same thing почти, наверное. No, on everything. Ну что? Я уже снимаю. Carrots, potatoes, same thing. Just you. They both grow the ground. Что? I like that. А я бы. А оно уже снимает. Не надо. What's the whole point? Where you're walking through the thing, а потом полный. Чуть-чуть, вот, например, Карина говорит, оно снимает две. А я уже сказала. Меня хватило. Ну сидя, мы же сидя. I don't want to do it, because Я снимал уже на двух камерах. Мам, ты на Хиллсонг поехала, все время там снимала. Do you remember anything? Оно все стерлось. Я уже сказала. Ну ладно, давай, Юрочка, говори. Она благодарна Богу за все. Живы, здоровы и со всеми согласен. Со всеми согласен. И пожелания 90-й псалом всем на... Аминь. Слава Господу. 90-й псалом. А вы какой пожелание? А пожелание? Да, еще какой-то пожелание. Простите, великий. Ложите в рассказы, рано бы стал атеисты. Какой псалом? Какой ты хочешь пожелание? Что нам, пожелание. Как нам лучше в новом году еще Богу служить? Какие предложения? Больше поститесь, больше молитесь. Больше поститься и больше молиться. Псалом 90-й. Что еще у нас? Какие? Сэр, ты какой говорил пожелание? Я еще не говорил. А, ну ты говори. Ну что в этом году было? Я с Хавайи прилетел. Руки, ноги, глаза, уши есть. Да, точно. Не сижу в тюрьме. Раз. Ну, я просто говорю. Еще и никто, войны нет никакой. Бабушка, дедушка здоровые, с нами сидят. И все вы тоже сидят. Слава Господу. Я тоже здоровый сижу. За все благодарен Богу. И пожелание Иисуса Навина, 24 глава. Я и дома, и будем служить Господу. Аминь. Сильнее каждый год с годом. Аминь, аминь, аминь. Давай, Богданчик. Я читать буду. Стой, ты камеру настроил? Ты скоро записал, что ли, себе? А? О, он с Фейсбука читает. Он меня как раз повернул, я видел с Фейсбука, пушистик. Хотя бы... Так. Богдан Лендл, feeling accomplished. As this year ends, I wanted to take some highlights of the 2015. How long is that thing? Summarize it. Okay, я summarize делаю. Я хочу что-то сказать, что ищите Господа, пока можно найти Его. И призывайте, пока Он близко. Потому что написано, будет ходить от моря до моря искать Господа и не найдут. Поэтому да даст Господь мудрости, любви, любви даже к самим себе. Вот, потому что написано, что будете ходить и не найдете. Да поможет вам Господь и мне в том числе его найти и с ним вместе идти. Благословит Господь. Так. Я чем-то, а он...
А дедушка, что-то говорил? Ты ничего не говорил. За что ты, коротко, за что ты благодарен Богу и что ты хочешь, чтобы в новом году? Наперед я советую. Война. И всем христианам, женщинам, вести велику святость. Это сильно дорого. Это любовь. Ибо любовь выше пророчества. Папа, так я читал, папа, то папа так говорит, что любовь что выше пророчества и различные дарования. Вы поняли? Чтоб не было, чтобы было в семьях, в будущем молодых годах, чтобы сильно берегти себя, жизнь свято и радостно, и постоянно в молитвах. На каждый утро поднялся по утру, сразу умылся, по террасе сразу же спеши. Призови имя Господа, чтобы благословил при восходе дня. Это так я советую всем христианам. Это в первую очередь. И любовь должна быть. Жизнь свята и мирная, очень мирная. Это дорого и всем христианам, вся Библия говорит. Чтобы христианская жизнь была богобоязненна и мирна. Конечно, чтобы не проходило с великим стяжательством. Стягуем, ну, стараемся. Оце мало, купляти. Отака моя свята. Благодарность. Спасибо. Дениса, послушай. Не знаю, что вникал в это дело. Оно сильно по Библии дорого. Жизнь проводить сильно свято. Если споры и разнообразие жизни христиан в семьях, то не плесхенивые люди, если споры разногласия в семьях бывают, в семьях, в домах. Вы поняли все, да? Да. А так, говорю слово, как бы там, то так вообще легко. Легко, но воно дорого. О чем же дедушка немножко так сказал. Хорошо, да. Благодарим. Дедушка, дедушка, молодец, спасибо. По усмотрению, где надо. Бедным, значит, поможь, где, да, воно указывается там, по писанию. Окей, еще раз, молодец. All there is 6 minutes left. Окей, я благодарен Господу, то, что я еще один год прожил, живой и здоров. И то, что он мне помог бизнесу открыть, я работаю, юрист. И число в следующем году я больше знал о Господе, ближе к Нему был. О, слава хорошая. Какое пожелание на Новый год. Быть ближе, это к тебе. Еще больше ближе к тебе. Нори, давай, да. Кали, я за всех буду говорить, или ты сама тоже? Ваше пожелание, чтобы... А? Окей, ну, не правда. Не надо, не надо. А, ну давай, говори, будем молиться. Окей, ну, у нас благодарность в этом году. Пару круглых дат было. Давай. Я даже вижу, что тут. А то это бабушка. Ага. Так камера снимает. Слушаем дедушку, наверное, опять. Какая будет тогда вера? Это все пророчество. Это подача и говорит. Вечернее и пророчество. Давай. Ну, в этом году мне как бы тридцатник стукнул. И ты 10 лет. Потом 10 лет. Wedding anniversary. Ну и Сэм потом дальше что скажет. Let me open Facebook. Ну и младшему один стукнуло. Потом... На Гавайи съездил. На Гавайи съездил. Traveling, Миссури с родителями, Калифорния, ну и там Лас-Вегас немножко. Что у нас, значит, flew the drone first time, boogieboarding ездил, 5000 субскрайберов на Ютубе, 6 миллионов просмотров. А что духовно? Galaxy купил, GoPro купил, в джим ходил каждую неделю, Библию читал каждый день.
Ну и что у нас? Церковь нашел в Ивертоне. Что? Только два духовно сказал. Что духовно? Что считает? Oh, I can say, I got new shoes, I got a new purse, I got a new bed, I got a new bed, I got Hey, it's like 2 minutes left. И, ну и пожелание немножко с церковью разобраться. Это где описано? Пожелание. I say, are we praying or what? Да. Ну вот, два остались и молятся. Две минуты осталось. Пять осталось. Да, ты что? Одна минута осталась. Он не обладает. 51 минута 12. Что каждый из моих детей уже на один год вырос, уже мудрее стали. Вы себя считаете тоже? Да? Давай. Вот это сторону. Я вас считаю. На год повырастали каждый. Ну да. Слава Господу, что служить Господу. Слава Богу, Он хранил до этого часа. Маме Юли, вашей бабушке, была операция в этом году, слава Богу, Бог ее хранил. Она сейчас уже может ходить нормально. Она сейчас у тети Любы уже. Привет вам всем передавала. Благодарим за передавайте. Она так попросила, что привет вам всем передать. Ну, а пожелание... Служите Господу. Давали обещание Богу служить доброй чистой совестью, чтобы старались исполнять. Чтобы ни при каких обстоятельствах не отреклись от имени Господа нашего Иисуса Христа. Потому что сегодня очень надо быть внимательным, что вы слушаете, куда вы ходите. Самое главное, потому что два имени нет под небом, через которого бы надлежало нам спасить только имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И Катя, и от вас Аминь. Благодарность. Быстрее, 25 минут. Давай. У меня много благодарности и благодарности.